Оф, когда пришел выбирать новые кроссовки. Приходя в магазин, ты понимаешь, что твою любимую модель кроссовок распродали, а твои старые настолько сильно износились, что похожи на дедовы лапти. Перемерив весь ассортимент в магазине, ты не можешь определиться с выбором. Белые форсы ты сразу же отказываешься брать, ибо в них ходит полгорода. Поэтому ты начинаешь обзванивать всех друзей, чтобы спросить совета. В итоге, проведя сутки в магазине, ты все равно берешь белые форсы и чувствуешь себя индивидуальным.